Прославляем Твое имя,
встречаем мы тебя, тебя мы славим, наш Господь, мы поклоняемся тебе, прославляем твое имя, наш Спаситель, дорогой. Защиты у тебя, и мы просим благословения твоего, прикоснись ко моей душе, Отец, ты велик, благослови детей своих, а мощи я, мир свой дай нам, радость спасения. Твоего, радость общения с тобой, радость спасения твоего. Аллилуйя. Ты один достоин всей хвалы. Поднимаем к небу руки, тебе радуемся. Небу наши очи.
Отец, я так благодарю Тебя за Твое присутствие здесь. Я так благодарю Тебя за Твою милость к нам, грешным. И хоть мы дети Твои, но мы несовершенны еще. Мы постоянно спотыкаемся, согрешаем, падаем. Но Ты поднимаешься, поднимаешь нас, когда мы воззываем к Тебе, когда мы ищем Тебя. Я благодарю Тебя за это, за то, что Ты всегда с нами, пусть мы не всегда с Тобой. За то, что Ты взыскиваешь нас, за то, что Ты учишь, за то, что Ты ведешь нас. Я благодарю Тебя за прошедшие выходные, за все Твои дела, за Твои милости. Я благословляю Твое святое имя, Отец. Твое святое имя я люблю. Я за все Тебя благодарю, мой Бог. Я прославляю, я величаю, восхваляю, Господи, Тебя. Я прославляю, я величаю, я восхваляю, Господи, Тебя. Прославляем мы Тебя, Спаситель наш, Целитель наш. Аллилуйя, Ошанна, прославляем мы Тебя, величаем мы Тебя, Спаситель наш. Аллилуйя, Ошанна, величаем Твое имя, Ишуа. Эль-Шадай, Эль-Йом-На-Руна. Ты свободу обещал, Аврааму слово дал, а сегодня это я молю о милости Тебя. Вся надежда на Тебя, Эль-Шадай. Были слепы наши очи, были дни чернее ночи. Наш Господь нас просветил, очи разума открыл, и мечту о рае дал, и Ты мне все предвосхитил. Нам открыл Ты двери добра, жертвою святой Христа. Эль-Шадай, Эль-Шадай, свободу обещал, Аврааму слово дал. Сегодня это я молю о
прости тебя. Единственный Господь, свято имя Твое, а сегодня это я молю о милости Тебя. Вся надежда на Тебя, Эль-Шадай. В смятении тебе я прибегаю, в тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой, Отец, когда в смирении тебе я прибегаю. Скажет я силен, Господи, во своем. Уповаю на Тебя, уповаю на Тебя, уповаю на Тебя, на-на-на. Славу скажет я силен, Господи, своем. В Тебе укроюсь я, Ты слышишь голос мой, Отец, когда в смирении к Тебе прибегаю, к Тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой, Господь, когда в смирении к Тебе прибегаю. Уповаю на Тебя, славный мой Отец. Уповаю на Тебя, уповаю на Тебя, уповаю на Тебя. Славу скажет я силен, Господи мой. Я приветствую сестру Эстер. Она тут начала писать комментарии, слава Богу. И действительно, радость, Господи, наша сила, как написано. И еще написано: у верующего в меня откроется внутри источник воды живой, то есть источник духа. И мы, погружаясь в этот дух, обновляемся духом ума. Духом Святым обновляемся, наполняемся Господом нашим. Во время этого поклонения происходят чудеса, которых мы не видим, а именно очищение. Очищаемся мы от земных привязок. Господь нас освящает и поднимает к себе над этой жизнью, над этим миром. Чем глубже мы погрузимся в дух, тем больше Господь нас освободит и очистит от влияния этого мира. Он отделяет нас. Потому что мы, так или иначе, пребывая в этой жизни, ходя по этой земле ногами, участвуя в информационном поле, телевидение, радио и так далее, мы загрязняемся. И вот Бог, первое, что делает Бог, когда мы обращаемся к Нему и входим в Его присутствие, Он нас очищает и освящает, то есть отделяет для Себя самого, омывает кровью святой.
потом Он дает нам свой божественный мир. Не так, как этот мир дает нам, а именно духовный мир, который превыше всяких обстоятельств. Дает нам радость, кавытерки, свободу. Он дает нам свободу, а мне тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой, когда смирение к тебе я прибегаю. В тебе укроюсь твоей любви, амен. Слышишь голос мой, Господь, когда в смирении к тебе я прибегаю, уповаю на тебя, уповаю на тебя, уповаю на тебя. Слабый с каждым силен, Он обновляет нашу веру, и она опять зажигается новыми красками. Новым упованием, а вообще я уповаю на тебя, уповаю на тебя. В его присутствии, как написано, тают горы. В святом его присутствии, о каких горах идет речь? О горах наших проблем. Вот так поблагодаришь Господа, попоешь Ему часик-другой, и нет никаких проблем. Это не есть самообман, это есть реальность. Те проблемы, которые мы не можем решить, Господь их решает за нас, когда мы уповаем на Него. Амашиах, тики-тики-тики, источник воды живой, из чрева моего, тики река от Господа, тики река Святого Духа. Река Духа Святого внутри меня. В тебе укроюсь я, Аллилуйя. Ты слышишь голос мой, Отец, когда в смирении к тебе я прибегаю. В тебе укроюсь я, скажет, я силен в Господе своем. Уповаю на тебя, уповаю на тебя, уповаю на тебя. Слабый скажет, я силен в Господе своем. Я в захвате Его любви, отдающего небесного Отца, пишет Эстер. Он проявляет нам свою любовь таким образом, а Машия. Он наполняет нас радостью, свободой, миром. Аллет, кейн, ваше, аллилуйя, ошана. Аллилуйя, ошана. Аллилуйя, Иешуа, Машия. Ошана, Машия, ошана. Прославляем Христа, прославляем. Славы скажет, я силен, Господи своем. А Машиах ушана, Машиах ушан, прославляем мы Христа. Славы скажет, я силен, Господи своем. В тебе
тебе укроюсь я. Ты слышишь голос мой? Спасибо тебе, отец, спасибо, друзья, спасибо за любовь твою, спасибо за дары твои, спасибо, отец, за заботу твою. И этот дух благодарения, вот попадаешь в этот дух, и ты не устаешь благодарить Господа. Аллилуйя, Шана, Вашия, аллилуйя, Шана, славим. Радуюсь.
Своей любовью, благодарен я тебе.
спасение мне. Ты омыл меня Голгофской кровью. Ты омыл меня Голгофской кровью. Ты согрел меня своей любовью. Даровал спасение мне. Благодарен я тебе, ты согрел меня своей любовью. Отец, я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю Тебя за все, Господи, за Твой мир, за то, что Ты есть твердая опора в жизни моей, за то, что я всегда могу прибегать к Тебе и сливать перед Тобой свое сердце, уповать на Тебя, просить и получать просимое, то, что угодно воле Твоей. Спасибо, Господи, за то, что Ты создал меня, за весь Твой проект удивительный. Тебе спасибо за то, что Ты открылся, призвал меня под свои знамена, дал мне смысл и цель жизни, исцелил меня от моих болезней, напастей. Спасибо, Господи, что Ты завещал детям своим царство Твое. Спасибо, Господи, за царство Твое. Спасибо, драгоценный, спасибо. Слава, аллилуйя, Иешуа.
вещах слава. Аллилуйя, царь царей, Господи Господь, слава. Аллилуйя, царь царей, Господи Господь, слава. Аллилуйя, Иешуа, Машиах, слава. Аллилуйя, Иисус, наш Мессия, слава. Аллилуйя, Иисус, наш Мессия, слава. Аллилуйя, Иешуа, Машиах, слава. Аллилуйя, Аллилуйя, Усана. Аллилуйя, Усана, слава, аллилуйя, Иешуа, наш Машиах, слава, аллилуйя, Иешуа, наш Машиах, слава, аллилуйя. Святую гору, и течет слава моя, о, вечная любовь, и течет слава твоя, о, вечная любовь, вознесу, вознесу, вознесу букет своей любви. Вознесу букет своей любви, воскурю фимиам тебе, царь Машия. Воскурю фимиам тебе, царь Машия. Я взойду, я взойду на твою святую гору, на твою святую. Hallelujah, hallelujah.
самый раху рахимбелев, самый раху рахимбелев, самый рахимбелев, самый раху рахимбелев, самый раху рахимбелев, самый благодарим Тебя за Твое присутствие, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Духа Твоего Святого, которого Ты изливаешь, не меры Духа Ты Своего Святого даешь нам. Изливаешь каждому по потребности, насколько мы способны взять от Твоей реки живой, вечной реки и вечно живой. Настолько Ты даешь нам, Господи, благодарим Тебя. Господи, открой нам сейчас ум к разумению Писания Твоего. Мы сейчас будем читать Библию. Благослови, даруй нам новые откровения, даруй нам новое познание для того, чтобы утверждать нас в Духе Твоем Святом. Благослови, Господи, детей Твоих и накорми их хлебом Твоим, хлебом жизни, живым хлебом. Во имя Иисуса Христа будь прославлен, Отец. Амен. Итак, друзья, мы сегодня почитаем Библию. Есть примерно полчаса. И мы сегодня будем продолжать чтение. Я напоминаю, мы читаем параллельно Новый Завет и параллельно Ветхий Завет. Вот сегодня у нас 5 глава Бытия. В первых главах, я напомню тем, кто не слушал, и введу в курс дела тех, кто не слушал, в первых главах мы говорили, исследуя первой главы, мы говорили о том, что Бог сотворил мир, первых людей, Адама и Еву, мы говорили о том, что произошла такая ситуация неприятная для всех нас, имеющая к нам непосредственное личные отношения. Адам и Ева согрешили. Они приступили к повелению Божье, и они открыли себя тем самым для зла. Зло их соблазнило, Бог запретил вкушать зло, делать зло. Они сделали это зло, и из-за этого они попали фактически в то положение, в котором многие из нас сейчас и находятся. Ну, мы говорили о том, что Бог наказал Адама и Еву тем, что Он выслал их из Эдема, то есть из райского сада, в котором пребывала слава Божья. Так сильно, что они оба были нагие, Адам и Ева не стеснялись этого. Они были невинны, чисты, как дети. Каждый ребенок, да, он же не стесняется своей ноготы до определенного возраста, пока он невинен, пока слава Божья с ним. Он чистый, наивен, невинен. Вот, и после того, как ребенок вкушает зло, встречается со злом, потому что речь идет о фактически древо познания добра и зла, древо жизни, это лишь символы, друзья. Мы же понимаем, что нет на самом деле таких физических деревьев. Это есть символы. Символы, которые указывают нам на определенные духовные законы, которым мы все подвластны по решению Творца нашего. И вот когда они потеряли славу Отца, потеряли присутствие Божие, Бог отправил их на землю, в этот мир. Вернее, они были на земле, но за пределы сада царского. И чтобы Адам не стал жить вечно, потому что одно из наказаний было смертью ты умрешь за непослушание, возвратишься в прах, из которого ты взят. Это одно из наказаний. Чтобы Адам не жил вечно, Бог поставил у дверей Эдемского сада ангела с мечом обращающимся стеречь путь к дереву жизни. И когда Бог высылал Адама и Еву с рая, Он сказал: вот Адам стал как один из нас. Как один из нас, мне так открыто,
Это дьявол, один из высших ангелов Божьих, который пал, который решил встать на место Бога, возгордился, и Бог сбросил его с третьего неба. Как один из нас. И вот для того, чтобы обратно вернуться в Эдемский сад, Божий сад, человек должен пройти через этот меч, обращающийся, который есть Слово Божье, и один из нас должен умереть, дьявол должен умереть от этого меча. И тогда человек обратно вкусит вечность, вечную жизнь и все благодеяния, которые дал ему Бог. Второе проклятие – это проклятие Адама, а проклятие земли за Адама. Земля дает ему порождать тернии и волчицы, и в поте лица своего Адам вынужден добывать свой хлеб. То, что мы сейчас видим, в поте лица своего человек трудится. Еву Бог наказал тем, что положил ей влечение к Адаму, зависимость от мужчины. Мы это можем видеть очень четко сейчас, что женщина, она зависима. Хоть она вся из себя такая эмансипированная и феминизированная, она зависима на самом деле. Женщина живет для мужчины. Кто это видит в духовном мире, он понимает это так, что это дело обстоит именно так. И в скорби она будет рождать потомство. Вот об этом мы с вами читали. И сегодня мы будем читать пятую главу. Да, еще забыл сказать. Бог не удалился совсем от Адама. Он от Адама и Евы, которых он выслал из Эдема. Но он скрыл свое присутствие. И поэтому сейчас Бог скрывается от нас. Бог сокрыт. И мы можем обращаться к Богу только через веру, которую дает нам Бог, тем людям, которым Он открывает свое присутствие. Итак, мы читаем. То есть Бог сокрыл свое присутствие, но не убрал совсем. И Бог говорит: ищите меня, и вы найдете меня. Просите меня, я услышу вас, и получите. Стучите ко мне, и вам будет отворено. Вот то присутствие Божье можно вернуть, если человек будет искать Бога. А кто ищет, тот найдет. Это обещание Бога. Кто ищет, тот найдет. Итак, продолжаем читать. Вот родословие Адама, 5 глава. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил его и благословил их, нарек им имя человек, день сотворения их. На иврите Адам так и звучит. Бен Адам – человек. Бен Адам. Бен – это сын. Адам, а вообще Адама – это земля. То есть из праха взят. Адам – это красный. Красная земля. И благословил их сначала, да, и нарек им имя, когда Господь создал день сотворения. Но вот по подобию Божию. Тут в первой главе мы читали, что Бог сотворил человека по образу и подобию. А во второй главе мы читали, что только по подобию. Итак, ну из этого я делаю вывод, что творение человека до сих пор продолжается. Бог продолжает трудиться над нами. И цель его создать человека по образу и подобию Божьему, то есть по образу и подобию Иисуса Христа.
таким, как Иисус Христос. И когда это произойдет, Бог достигнет своей задачи. По отношению к человеку, то есть когда человек будет спасен полностью. Итак, третий стих. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Вот Адам уже родил сына по подобию, по образу своему. Нарек ему имя Сиф. То есть Сиф унаследовал ситуацию грехопадения. Дней Адама по рождению Сифа было 800 лет. То есть раньше люди жили гораздо дольше. Грех еще не так сильно, как сегодня, исказил сущность человека, его душу, его тело. И поэтому это было связано с этим фактом было связано то, что они жили по 800, по 900 лет. Всех дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Умер, потому что Бог сказал, если ты вкусишь с древа познания добра и зла, то есть кусишь зло, ты смертью умрешь. Ибо принцип, духовный принцип гласит, что плата за грех есть смерть. Согрешил, потерял вечную жизнь. Вот как в некоторых играх вот сейчас есть. Согрешил, потерял жизнь. У человека там 10 жизней. Да? А это такой же принцип. Эти игры берут принцип библейский. Сиф жил 105 лет. Родил Еноса. А после рождения Еноса, по рождению Еноса, Сиф жил еще 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. Не путать с Каином, с первым сыном Адама и Евы. При рождении Каинана Энос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Эноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет, родил Малелеила. При рождении Малелеила Каинан жил, после рождения Малелеила, Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Ну, прям по 1000 лет, чуть ли не по 1000 все они жили. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малеил жил 65 лет и родил Яреда. То есть они начинали рожать примерно тогда, когда сейчас люди заканчивают свой век в старости. При рождении Яреда Малеил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малеила было 895 лет, и он умер. Яред жил 162 года и родил Еноха. При рождении Еноха Яред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Яреда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот это интересное место, мы на нем остановимся подробнее. Енох – это человек, который был восхищен Богом, который не познал смерти. И я хочу вам немножечко рассказать о Енохе, вернее, почитать. Ну, мы откроем сейчас Википедию. Енох. И почитаем, что пишет о нем Википедия.
Значит, не следует Еноха, этого сына Яреда, путать, во-первых, с Эносом, третьим патриархом, и не следует путать с Енохом, сыном Каина, что у Каина тоже был Енох. А вот этот Енох, о котором мы ведем речь, который был восхищен Богом, по-еврейски звучит «ханох», что означает «посвященный». Ветхозаветный допотопный персонаж, седьмой патриарх. Слово «допотопный» означает истинное слово «до потопа», до всемирного потопа, о котором мы будем читать в дальнейшем в Библии. Седьмой патриарх начинает Адама, потомок Сифа, сын Яреда и отец Мафусаила, дед Ламеха и прадед Ноя. Того Ноя, который один выжил со своим семейством после потопа. Енох предсказал великий потоп, который произошел во времена Ноя. В награду за благочестие и веру Бог взял его с земли, освободив от вызванной грехами прародителей смерти. То есть Енох не познал смерти, он был забран. Явление его с пророком Ильей ожидается перед вторым пришествием Христовым. Но вы знаете, я тут не могу не согласиться, это лично мое мнение, что речь идет о том, что именно Енох возвратится с пророком Ильей, потому что я так думаю, что это все-таки будет Моше. Закон и пророки. Речь о Моше. Помните два свидетеля, да? Два свидетеля из Откровения. Так, явление его, так, предание о Енохе сохранилось как у евреев, так и у других народов. Под именем Еноха известна так называемая книга Еноха. Одна из весьма распространенных содержательных иудейских апокрифических книг. И, кстати, не только евреи эту книгу почитают, но и православные, в частности, одна из православных церквей, одна из африканских православных церквей, в дальнейшем, может быть, я найду, какая, эта книга содержится в их Библии. Так, что еще нам? Да, вот еще такая деталь. Под именем Еноха известна не одна книга, а целых три книги. Первая книга Еноха, вторая книга Еноха. Ее еще называют Славянская книга Еноха или Книга тайн Еноха. Славянская, потому что ее удалось обнаружить в славянских книгах. И третья. Еврейская книга Еноха или книга небесных даров. Первая из них относится к самым распространенным и содержательным иудейским апокрифическим книгам. Согласно третьей книге Еноха, Енох был взят на небо живым и стал небесным писцом, ангелом Метатроном, главою ангелов. Вот я спросил Метатрона, цитируется отрывок из этой книги, «Почему ты именуешься по имени своего Создателя, 70 именами?» Спрашивает в третьей книге Еноха у Метатрона раби Ишмаэль, «Потому что я Енох, сын Яреда», ответил Енох Метатрон, «Когда поколение потопа стало грешить, святой, будь он благословен, взял меня из среды их». Слово «метатрон» означает «стоящий подле престола». Так, что нам еще? Вот апостол Павел, в частности, говорит в послании к евреям, что Енох переселен был так, что не видел смерти. Потому что есть версия, что Бог забрал его, означает, что просто человек умер. Ну, это известное выражение. Да, Бог забрал его.
Ну вот апостол Павел говорит о том, что угодил Богу, это означает, что переселен был так, что не видел смерти. Так. Ну, предание о Енохе сохранилось не только у евреев, но и у других народов. В частности, Енох упоминается в Коране как пророк Идрис. Древние иудеи, арабские писатели считали Еноха, которому прилагали эпитет ученого, изобретателем письменности, арифметики, астрономии. О как! А Евсевий Кесарийский, это церковный историк, передает знания греков, то есть говорит, что греки считали Еноха атлантом, атласом, царем Атлантиды, зачинателем астрологии. Нет, оно само ушло. Ну и слава Богу. Так. Вот. Итак, что мы еще о Енохе можем сказать интересного? Видите ли, друзья, Енох, ну, кто из вас хочет, может почитать больше Енохи в Википедии, потому что я далеко не все вам рассказал. Вот. Что касается вот моего мнения, что Енох, как и пророк Илья, я согласен с апостолом Павлом, что они были восхищены Богом. И поскольку мы знаем, ничего просто так не бывает в Библии, вот это восхищение, то есть как пророк Илья был поднят в теле, так и Енох был поднят в теле. Еще о ком мы знаем, кто был восхищен? Конечно же, это Иисус Христос. Иисус Христос был восхищен на небо. После смерти Он воскрес, и Он был восхищен. Это третий персонаж, которого мы знаем из Библии, был восхищен. Еще кто будет восхищен? Еще сказано о святых, о церкви. О церкви, которая ждет воскресения. Восхищение, скажем так. Как это будет, ну, звучат разные догадки. Кто-то говорит, что вот как Енох, как и пророк Илья, как и Христос, церковь будет, святые будут восхищены в теле. Лично я считаю, что я не хочу утверждать, что именно будет так, потому что у меня есть другая точка зрения, которая состоит в том, что Церковь Божья будет восхищена Духом, духовно, вне тела. Тела останутся на земле. Я не стану навязывать эту свою точку зрения. Вы думайте так, как вам это открыто, так, как вы хотите думать. Я просто хочу вас познакомить со своей точкой зрения, потому что, почему? Аргументы такие, что когда я пришел к Богу, я был тоже восхищен фактически. Я пребывал на земле в теле. Но дух мой, возрожденный дух, был восхищен к Богу. Как я это воспринимал? Я не видел Бога, я не видел ничего этого, небес этих не видел. Но, пребывая на земле, я вкусил то, что называется Царством Божьим. Вот это Царство Божье пришло на землю в силе для меня. И в чем же это выражалось? Прежде всего, во мне поселилась необыкновенная любовь к людям. Я любил всех людей.
Я смотрел взглядом любви, к примеру, на девушек. Девушки краснели, я отворачивал голову. Но у меня не было никаких похотливых мыслей. Это было удивительно. Второе. Каждый день со мной происходили чудеса. Бог отвечал даже не на просьбу. Бог отвечал даже на мысли. Ну, к примеру, я уже приводил несколько раз эти примеры, приведу, кто не слышал. Я жил тогда в городе Львове, в далеком микрорайоне, в Сиховском массиве. В то время очень, это было начало 90-х годов, 89-й год, по-моему, 90-е. Очень плохо ездил транспорт. Надо было около часа ждать, если не больше. Автобус, один автобус ходил из жилмассива в центр. Но когда я приходил на остановку, тут же подъезжал автобус. Первый раз, когда это произошло, я подумал, что это случайность. Второй раз я подумал, еще одна случайность. Но когда третий раз, я уже понял, что это не случайность. Это было все время в течение, ну, примерно месяцев семи, когда я пребывал вот духом своим восхищенный туда. Каждый день чудеса. Мне надо было поехать со Львова в Ленинград. И тоже эта поездка благословенная, ни одной закрытой двери. Все двери передо мной сами открывались. Ну, образно выражаясь. Очень легко решались все вопросы. С билетами, с транспортом, с проживанием. Ну все. Зеленый свет. Это называется зеленый свет. Когда все у тебя на мази. Вот это Царство Божье. Бог мне показал на земле. Вот я думаю, нечто подобное будет восхищением церкви. Духи будут восхищены, духи праведников. Духи. И пока люди будут страдать здесь от скорбей, умирать от скорбей, люди, не знающие Бога, праведники будут восхищены духом и защищены, конечно, в теле. Они будут защищены. Ну, примерно как от этих болезней, как от ковида и прочего. Вот так, я думаю, произойдет восхищение церкви. Но я не буду настаивать. Это вопрос веры, что называется. Вопрос откровений. Вопрос личного понимания. Итак, с Енохом мы разобрались. Енох был восхищен. Прожил всего лишь 365 лет, всего лишь в кавычках. Но по сравнению с другими патриархами, которые жили 900 лет, это всего лишь. Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Угодил Енох Богу. А вы сделали прививку, Саша? Нет, пока не сделал. Пока не сделал, не лежит у меня душа к этому делу. Ну, я уповаю на Бога. Я уповаю на Бога, а не на ковид. Я знаю, что в христианской среде идут споры. Одни считают, что это чуть ли не метка зверя. Другие считают, что ничего страшного. Ничего страшного. Меня, честно говоря, больше всего в этом деле, я уже говорил об этом, напрягает давление, которым оказываются люди, которым подвергаются люди со стороны властей, которые не хотят делать прививки. Вот это давление, оно очень неприятно, и я считаю, что оно дискредитирует и саму прививку. Ну, насильно мил не будешь. Если заставлять человека, то он возненавидит все. И вот если власти хотят делать прививки, чтобы сделали прививки, то первое, что они должны сделать, перестать заставлять людей и манипулировать ими. А поскольку сейчас именно я вижу манипуляцию, людей лишают работы за то, что они не делают прививки, людей ограничивают в поездках, власти думают, что таким образом они решают проблему. Это самообман. Многие
которые даже бы сделали прививки, они многие воспользуются. Я так думаю. Наоборот, это их оттолкнет. Всякое насилие рождает ответное насилие. Понимаете? Это принцип такой. Хочешь, чтобы человек что-то сделал, запрети ему это делать, он побежит, сделает. А хочешь, чтобы он не делал, дави на него, говори, сделай, и он не сделает. Вот такова порода человеческая. Поэтому у власти сейчас, власти не от мудрых решений принимают подобные запретительные меры. И те государства, которые как раз не давят на других, они в выигрышном положении. А вы думаете, что тактика антихриста будет? Да, я думаю, что идет проверка на общество, на зрелость. Насколько человек способен самостоятельно мыслить и быть независимым. Насколько человек может не прогнуться. Не прогнуться. К сожалению, шалом, Лидия, шалом, все, кто подключились. К сожалению, церковь все-таки прогибается. Я говорю даже не о ковиде. Бог с ним, с ковидом. Церковь вообще прогибается под этот мир. И в этом я вижу проблему. А ковид – это частный случай. Просто частный случай. Ведь если власть требует сделать прививку, и церковь делает, и многие верующие делают, охотно делают прививку. Если следующий шаг, если власти потребуют вшить чип, также побежите. Также верующие побегут. Так получается. И скажут, нам ничего не вредит, нам ничего не вредит. Даже если смертоносное выпьете, даже если сделаете чип, ничего не повредит вам. Нет, так не написано, да? Вот. Поэтому, конечно же, ничего просто так не бывает, я уже говорил об этом. И это, если не есть дело антихриста, то это есть проверка общества на вменяемость. Насколько общество способно противостоять немудрым решениям. Ведь действительно никто не знает, чем эти прививки до конца не исследованы. Церковь склонна, к сожалению, уступать давлению мира, в частности, уступать давлению правительства. Увы, увы. Ну, конечно же, Бог всегда хранит себе остаток. Положение церкви, печально. Почему? Потому что большинство церкви, вы знаете, вот в религии, я вам скажу такую вещь, да, в религии существует, вообще в вере существует две опасности. Это первая опасность. Это склониться перед властями мира сего. То есть перестать противостоять миру, смириться, пропустить давление мира, сломаться под давлением мира. И тогда церковь становится мирской. И тогда церковь перестает быть святой и перестает светить. Она называется просто церковь, просто внешне церковь, но по сути она становится такой, как пир. Это первая опасность. И вторая опасность состоит в том, что протестанты называют религией, противоставляя это слово вера. Вере. Вера – это живые личные отношения с Богом, да? А религия – это то состояние, когда человека манипулируют,
контролируют, манипулируют. Но в отличие от первого состояния, когда человек манипулирует мир, правительство, в религии манипуляция происходит от верхушки религиозной, от священников. А священниками может манипулировать именно светские власти. И такое было не раз в истории. И вот этих две крайности, которых церковь должна беречься. От того, чтобы впасть в подчинение миру, и от того, чтобы стать религией общества манипулируемых людей. И противостоять этому может только верующий человек, который имеет личное общение с Богом, который имеет зрелость духовную, который не склоняется ни перед миром, ни перед церковью. Помните, как Иисус говорил? Птицы имеют гнезда, звери имеют норы, а Сыну Человеческому негде главу преклонить. О чем Он говорил? Он говорил, что верующему человеку на этой земле некуда идти, кроме как к Богу. Вот к Богу, вот восхищаясь к Богу, восхищаясь Духом Своим, вот это то, чего хочет от нас Господь. Хочет от нас Господь того, чтобы мы возрастали в вере, в отношениях с Ним. Возрастали духовно. И вот тогда верующему не страшен ни мир со своими болезнями, эпидемиями. С одной стороны, ни религия. С другой стороны. Но беда тем, говорит Иисус, беда младенца. Горе вам. Да, помните, Иисус пророчествовал о том, что и храм разрушат, и Иерусалим сожгут. И когда все это будет происходить, бегите в горы, говорит Иисус своим ученикам. И горе же младенцам, питающимся сосами. Почему горе младенцам? Потому что они не могут еще быть самостоятельными. Они зависимы от своих религиозных вождей. Поэтому как можно скорее нужно, необходимо стать зрелым. Я понимаю, что трудно этот процесс ускорить, все идет естественным чередом, но все равно зрелость духовную человек обретает тогда, когда он общается с Богом. И чем больше общается с Богом лично, тем более он становится зрелым. То есть духовная зрелость прямо пропорциональна времени, уделяемому верующим общению с Богом, познанию Бога, личному, непосредственному познанию. Итак, давайте дочитаем, нам осталось пару стихов. Бог взял Еноха, потому что он ходил пред Богом, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. 24 стих. Мафусал, сын Еноха, жил 187 лет и родил Ламеха. При рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года, родил сына. Нарек ему имя Ной и сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. То есть пророчески сказал о Ное, Ламех, отец Ноя. Он, то есть Ной, утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Как утешит Ной? Ной спасет цивилизацию фактически. Спасет род человеческий, который был уничтожен фактически при всемирном потопе. Дальше будем читать об этом. И жил Ламех по рождению Ноя 900-905 лет
595 лет, родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Афета. На этом заканчивается 5 глава. Мы сегодня заканчиваем наши... На сегодня заканчиваем. В следующий раз мы будем читать либо 6 главу, либо Матфея, там 12, по-моему, главу. Как Бог даст. А я благодарю вас, дорогие братья и сестры, за то, что вы слушали, за то, что мы вместе поклонялись, прославляли имя Творца нашего Иисуса Христа. Благослови вас Бог. Аминь. Пусть Господь благословит всю предстоящую неделю. Аминь.